Короче, смысл в чем? А перед тем, как ты, Андрюша, кинешь, я хочу сделать что? Я хочу вот этого аборигена, который людоед, которого обкололи вируса Мейбл, или что? Я хочу к Боргу его туда телепортировать. Вообще, как бы, персонаж, может, против, я-то не против, как бы сам. Чё, как здесь быть-то тогда? Не, мы просто получим два Борга. А, то есть, получается, ты не против, Жень? Нет, подожди. Погоди, Жень, он его ассимилирует. Ну, пускай ассимилирует. И будет, у нас будет два Борга на борту. Он же не сможет, и нужна же эта куб, в кубе же ассимилирует. Да, там... Почему? Нет. Они вводят такие, у них на руке... Женя, извините, перебью, смотри, какая тема. Для того, чтобы ассимилировать, они вводят туда нанодроны, нанодроны считывают все, и получается, он узнает информацию. А для того, чтобы туда воткнуть там вилку, розетку, трансформатор, это ему нужно оборудование. У него этого нет. И при этом сами Борги делятся на медиков. Я видел такую тему, прям он ходит, у него какая-то клешня ему. На медиков, на каких-то бойцов, на каких-то командиров. Понимаешь, какая ситуация? Мы не знаем, кто такой, во-первых, Борг. Он его ассимилирует, он прочитает его. Понимаешь, какая ситуация? И все. Кстати, Саня, ты был прав. Лучше справа предлагать, а потом уже кидать. Да. Все, а я потратил. Вернем обратно. Ну давай вернем. Я извиняюсь, только учимся, ребятки. Ага, все хорошо. То есть, капитан, решите, давайте так сделаем. Если что, он его ассимилирует, если даже будет все фигово. И он знает, якобы, тут что все больные, как бы. И мы компьютер, все вопрос. А если Борг ассимилирует Фриза, мы сможем потом его вылечить? Почему Фриза? Сэр, я не обладаю достаточной информацией. Возможно, доктор сможет вам ответить на этот вопрос. Давайте доктора сюда телепортируем. Ребята, у нас слишком много это. Давайте действий больше, пацаны. Не, ну видишь, я как вулканец, если мы сможем вылечить, я, возможно, соглашусь. А если мы его вылечить не сможем, он останется Боргом до конца. Я предлагаю против. Диму ассимилировать, то есть в любом случае. Нет, подожди, не Диму же, а этого пленника. Так и мы и Диму тоже туда, что отпускаем. Погодите, стойте, да кого мы хотим? Я думал, Диму. Денис хотел этого... Людоеда. А, зараженного вирусом. Давайте пускай, ребята. Погоди, стой. А мы же не знаем, что он заражен вирусом, да? А, вы не знаете. Можно я быстренько вас прерву? Да. Буквально. Дим, в этот момент пока спорит капитан и, соответственно, Денис, пилотка этого корабля на данный момент, главный пилот. Главное, чтобы не пенис, У тебя происходит некоторого рода флешбэк, то есть это воспоминание такое, вдруг в голове всплывает. И ты реально вспоминаешь такую же ситуацию, когда Денис и Юджин спорили по поводу чего-то на этом капитанском мостике, когда была красная тревога и все полыхало здесь буквально, искры летели в разные стороны. То есть похожую ситуацию, да? Ситуация это была значит один уже в один было. Похожа. Это значит было уже. Мы вернулись и во время. Либо нет, это видение метро и не сдадимся им. Подожди, нам еще... Денис, мы не можем убить всю команду, мы ни в коем случае не должны им сделать. Мы все умрем и так или иначе. Будем мы либо Боргом, либо людьми. Погибнем мы, герои. Либо мы останемся служить Боргу. Со всеми теми знаниями, которые мы здесь получили. И Денис просто уходит куда-то очень быстро. Ты тем временем в этот момент убегаешь. Убегаешь с палубы корабля, понимая, что кораблю крепец. Потому что будут перегружать ядро корабля, и корабль будет уничтожен, по сути, если перегрузка произойдет. Я «Грань будущего» вспомнил. Там помнишь, не смотрел же «Грань будущего»? Там ее убивали. Да, но смотри, Димон, даже если ты нам историю расскажешь, ситуацию, она никак не повлияет. Ты просто в курсе, что это да. было. Потому что это по сути, я могу сказать еще один псих. И все. То есть максимум, что моя реакция будет. Я тебе говорю. Потому что Дима может бросить кубик. А я заранее сказал то, что у меня амнезия, могу сказать то, что это воспоминание, я помню такое. И вот знаете, вот у нас к нам идет Борг к инженеру, мы слушаем воспоминания Диви. Под музыку. Под музыку, не знаю. Та-да-та. Похоронную музыку, конечно. Товарищ капитан, решите телепортировать нашего пленного к Боргу. Ну что делать? Так Андрей же кубики не кинул. А как раз. Все согласны. Не, я здесь согласен. Да? Я не согласен, я могу кинуть кубики. Да боже, я не говорил, что я согласен, потому что я-то, может, согласен, персонаж тому не согласен. Вы экшен самый профукиваете. Да ёкарный ты бабайна, мужчина.
А мне наоборот больше нравится вот это вот, ну именно спорить. Нет, если я согласен, то как бы остальное не важно. Погоди, а если можно... капитан согласен, то конечно, я все, могу это, да? Ты, капитан не еще может переубедить Андрей, и я смотри, еще могу. Андрей, а суть в чем? Твой персонаж абсолютно полностью логичен, и он подчиняется кодексу. Ты понимаешь, что согласно главной директиве и главному уставу Звездного флота, капитан, посылая на верную смерть человека и на ассимиляцию, нарушает. Он нарушает этот кодекс. По сути, ты можешь ему не сопротивляться, если ты кинешь 12 и ниже. Ага, хорошо, кидаем, кидаем. Так, ты можешь согласиться с необходимыми мерами. Можно я рекламную паузу? 15. 15. К сожалению, тебе необходимо придерживаться устава. Перебеждать. Или да. Придерживаться устава. Капитан. Ты можешь... Капитана, наручники, Денис, наручники, и вперед. А я задаю плечо. Можно рекламную паузу? Итак, многоуважаемые зрители, в связи с тем, что мы идем на аккумуляторах, на форсажных двигателях, рядом, неподалеку от нас, улитка жрет плазму, где-то там неподалеку борги. Один из боргов забежал к нам на корабль и идет для того, чтобы, как его, что-то сделать в инженерную. И мы четвером думаем, можешь же убить людоеда или нет, ё-моё, вы понимаете, мы скоро сдохнем, а мы забудемся на него. Как? Но он же сожрет его, и все, он же сейчас без сознания. Да просто, насрать просто! Я предлагаю телепортировать ему в пузо гранату, ё-моё. И пускай он идет на него, обвесит его и... Взрывается нам! Как-то мы скоро сдохнем! А мы думаем, а давайте мы не будем убивать, ё-моё! Ты вас, смотрел ё-моё. Какие-нибудь сериалы? Ну, то есть ты смотрел там сериалы? Не... Так и бывает обычно. Никто ничего не делает, они там... все время спорят, там Санта-Барбара, все дела. Хорошо. Короче, делайте, что хотите. Я пока... Я как бы против, получается. Я тоже против. То есть им кубики капитан. Кидать, да? Не, не обязательно. Андрей, просто, сейчас они должен переменили. Капитану. Не, ну я принял решение, что я с Джоном согласен. Да. Со мной? Ну да. Ты согласен? Да, ну да. Вы нарушаете устав Звездного флота, сэр. Там или что-нибудь из этой серии. Логично, да. Ты же вулканец. Капитан. Эндрю, я... Нарушайте устав. Эндрю, я понимаю, но у нас... Вам тогда придется меня изолировать, потому что я физически вам не дам это сделать. Капитан, он псих, у него всякая фигня в башку лезет, и второй тоже, у него что-то это, они Эндрю, два больных. Эндрю, всю ответственность я беру на себя, ты потом можешь... Обжаловать. Капитан, подать если полный... вас убьют, никто не узнает, что вы взяли ответственность на себя, я не готов на это пойти. Не, ну ты такой пессимист, Эндрю. Будь оптимистом, я постараюсь все сделать, как капитан, чтобы спасти всех, кто хотя бы выжил. И мне 15 выпало, я против, что бы ты ни говорил. Ну, но я действительно против. Ничего так, как ты говорил. Ты должен поступать логично и согласно уставу Звездного флота. А устав Звездного флота запрещает убивать людей. Запрещает убивать людей. Просто так. То есть по уставу Звездного флота вы должны его арестовать и... Две секунды. Я тут же вмешиваюсь. Многоуважаемый Тулок, ты забываешь, что директива 53, раздел 67 запрещает, не запрещает, а как же сформулировать правильно, разрешает действовать всевозможные как манипуляции вообще с кораблем и с командой для того, чтобы команда продолжала жить, чтобы корабль выжил. Что ты скажешь на эту директиву? Вот почему? Надо вспомнить. Кстати говоря, компьютер, и существует ли такая директива? Ну там же есть, там есть и что-то подобие этого было. Давайте кинем кубик и узнаем. Допустим. Давай действительно, есть она или нет. Если бы было четное число, то давай да, действительно 50 на 50. Четное, есть такая директива, да. Да. Хорошо, пилот, Андрюха... почему вы считаете, что это поможет? Почему это? Вы считаете, что это нас спасет? Хорошо, давай мы тебя телепортируем. И вообще еще легче будет, я тебе говорю. А я считаю, идея телепортации плохой. Тувок считает. Я считаю, идея телепортации плохой. Капитан, я считаю решение Денниса не совсем целесообразным, потому что когда мы отключили жизнеобеспечение корабля, он забрал единственный спасательный аппарат и даже не сказал об этом. Но я заметил это.
Что он сказал? Какой спасательный аппарат? Я его. Он бредит, ну, он то есть бредит, для капитан. Дыхания, для дыхания. Капитан. Ну, подожди, и что? А я имею полное он право. Он может в любой момент нас предать и просто сбежать с корабля на моем шаттле. Я это читаю его действия. Это предлагаю печатать шаттл. Капитан, давай, я учел твое высказывание. Как бы принял к сведению. Вот, принял к сведению. Это я тебе тихо говорил, если что. Не, ну я принял к сведению. Денис не слышал. Не, ну тут мы уже должны кинуть кубик, ты слышал или нет. А, да, давайте. Давай кидаем. Сколько надо? Нет, подожди, не накидать. Я же в любом случае это услышал. Не, то, ну, что не. Мы кидаем на оправдание, то есть мое. То есть попытаюсь. Нет, так а зачем? Обратно. Я понял к сведению, я не собираюсь ты менять. Ты не понял. Мне нужно, услышал я или нет. Это немаловажный фактор. А, ну да. Это сколько? А что, да, Сань? Смотрите, вы шептали делать? Что-то? Я не понял. Нет. То да, есть я вот сейчас это как бы шептал капитану. Ну, смотрите, да. Сколько, какое расстояние было между вами? 2-3 метра? Вот так, смотри, да? Вот мы стоим. Вот так, а как ты шептал? Ты далеко от меня. Ну да, ты далеко шептал от капитана. Тогда на какое-то расстояние подошел? Вообще близко? Ну давай вот ко мне подходил сюда. Ну я вот. Подошел, наверное, да. Ну, или двигай, это надо обговаривать заранее. Не, двигай фишку. Он находился... А у меня метров. Уши большие. Смотри, тебе для того, чтобы услышать этот разговор, необходимо кинуть Perception с минус 2. Perception — это внимательность. Соответственно, поскольку у тебя внимательность 11, 9 и ниже. Это мне так, надо. Нет, Денис, тебе ничего не надо кидать. Вы просто пошептались и все. Итак. А, я Денис. Кидаю? Да, кидай кубик. Да. 9 и ниже. А, 9 и ниже, кидаю. 3. Воу! Это крит! Друзья, он услышал все, от и до. Я тут же говорю, многоуважаемый блондин, который в обтягивающих штанах, не знаю, торпедой в заднице, я тебе говорю, от того, что какие элементы я беру, это говорит о том, что о моей непосредственно в дальнейшем в игре, именно вообще смекалке, то есть если я со своей стороны при капитане вырубаю полностью жизнеобеспечение, я по крайней мере не хочу задохнуться. Если я беру 2 бластера, 2 электромагнитных и 2 световые гранаты, это мой выбор. То есть я вообще как бы говорю, не, я не в упрек никого. То есть я со своей стороны, под связи с тем, что сидит с нами Саня, да, и он, как сказать, он довольно-таки хитрый будет к этому подходить. Я хочу быть наиболее защищенным какими-то определенными моментами. Понимаешь, какая ситуация? Вот от чего я отталкиваюсь, почему я это сделал. И я считаю, что вы провокатор со своей стороны, и у вас необоснованный это. То есть, как бы я вам все сказал, то есть, можете принимать, можете не принимать, я как бы это и кидал непосредственно на внимательность. Все, капитан, что мы делаем? Все, поехали, наши действия. Ну, могу я с ним поспорить? Да. Сейчас. Спорь. Нет, то есть, когда... Кидайте, ну, говорите. Говори. Не-не-не, все. То есть, когда ты отключил, когда ты отключил жизнеобеспечение корабля, кроме нашей комнаты, мы находились в безопасности, но при критической ситуации ты бы покинул нас с единственным аппаратом жизнеобеспечения и сказал бы то, что капитан, это делаю я для вас. Я хочу сказать так, сколько у нас на мостике человек может одновременно нести пост? Ересь. Почему ересь? Нет, я шучу, Даша. Сколько? 12 человек. Там как минимум 12 комплектов. Это железобетонно. Это я даже в случае чего могу поспорить с Саней. Почему? Потому что именно корабль идет военизированный, исследовательский. То есть он предназначен для таких ЧП. Как минимум 12 вот таких аналоговых противогазов лежит. И от того, что вы не взяли, это ваш косяк, а не мой. Я сейчас должен кинуть на то, чтобы, ну вот, когда он брал его, я помню, он сказал, то есть, типа, мне на них пофиг. Я это сейчас кинуть должен, чтобы я это услышал, да? Правильно? Зачем? Нет, ты, ну, как бы, ну, ты услышал до этого. Я не сопротивляюсь этому. Не надо мне это кидать, да? Ну, почему нет? Не надо мне то кидать. Нет. Я могу, хорошо. Когда, собственно, Денис брал... спасатель... Как эта штука называется? Я просто не в курсе. Которая? Ну вот, которую он брал. Дыхательный аппарат. Ну, да, вот, когда Денис когда Денис брал дыхательный аппарат, я услышал, как он сказал то, что мне на них пофиг, главное, чтобы я выжил.
Это ты смотри, мне говоришь, да? Вранье, да, ты понимаешь, да? Поскольку ты должен будешь кинуть на вранье, а ребята должны будут кинуть на... Стоп. Да. Я не, зачем? Ребята, подождите, я добью тебя только одним... всем, что как бы добью тебя только одним словом. Ты не забывай мой характер. Я отыгрываю его. Я забежал, тебя начинал хлестать по можно я отвечу этому? Да. Годовой фигурист, все нормально, это Джон, я его с Академии знаю, это, у него манера такая. Ты должен прийти. Не волнуйся, да. Да. Это нормально, да? Это для него норма, да, да, ты просто не в курсе. Вообще, выкуси, ну! Не, вообще, смотрите, если сейчас капитан попытается это, то вам, вас трое, да? Как бы вас трое, вы, получается, они сильнее меня в любом случае. Они совсем. Не, у тебя вулканская сила. В любом я буду обязан ее использовать, если пойдет противоречие мне, как бы. Поэтому. Да. Ты в любом случае. А я хочу сейчас как бы сказать Эндеру, который. Не знаю, кинуть кубик на. Есть типа у меня же дипломатия развита, наверное, раз капитан. Вот, на дипломатию или как-то убеждение, что. И сейчас ему хочу сказать, и послушает он меня или нет. Ну, сначала расскажи, что такое. Да, Эндер, ты понимаешь, то есть мы в критической ситуации, я как капитан должен принимать сложные решения, выбирать как бы из меньших зол, и я считаю, то, что предлагает Джон, может быть, это не лучший вариант, но и не худший, и та директива, о которой ты говоришь, что не подвергать опасности, так скажем, живых существ, да, я здесь ставлю на первое место безопасность экипажа корабля. Экипажа, да. Вот, и готов пойти на такие, скажем, меры. С твоей же стороны ты можешь потом это занести в рапорт и при, я надеюсь, возвращении на Землю как бы подать рапорт в... Ну, в Звездный флот на меня, я как бы на себя беру эту ответственность. Я и понял, капитан. Я как бы прошу как бы этому не мешать, поскольку этим ты, как бы нас спасешь мало корабль. Здесь, нас мало, и ты подвергаешь, после и косвенно, значит, безопасности все-таки дополнительной экипажа. Но, капитан, это не гарантирует. Того, я понимаю, да. Быть. Я понимаю, что не гарантирует. Андрей, ты замечаешь, как на левом пульте что-то моргает, но это у инженера. То есть ты стоишь обычно рядом с инженером, который стоит рядом с тобой, да? Вы вместе переговариваетесь. А на инженерском пульте сейчас красными штуками что-то моргает. А, компьютер, что случилось? Что за сигнал? А, сэр, было зафиксировано изменение конструкции корабля в инженерном отсеке. Говори же, быстрее надо все делать! Нет спорить! Открытые системные... то есть, какие-то виды изменений были происходить. Вам необходим специалист для того, чтобы понять, какого рода изменения произошли. Вся информация сенсоров была выдана на пульт управления инженера. Я туда не пойду. Иди, пускай блондин идет, он у нас любитель ему. Там. А что ты бластер-то себе взял ему? Если ты такой великий ему, я не знаю. Так, а погодите. Вдруг ты нас предашь? Я ж тебе не доверяю, не сильно. Так и не доверяю, я знаю, что ты тебе крыша едет, как бы нормально. Судя по всему, что ты всех считаешь пилотном, таким... На твоем, как же называется-то, на пульте управления видно, что ваш корабль постепенно приобретает крейсерскую скорость вместе со всем потоком обломков кораблей, которые куда-то все стремятся. То есть у них есть какая-то векторная скорость, несколько обломков вас ударило, не сильно. И вы начинаете в этом потоке двигаться вместе с ними, как вы же обломок, как и все. У нас борги тянут к себе. Нет, борги не тянут. Нет, они вместе, да. Просто гравитация вот этих обломков, которые крутятся вокруг огромного солнца. Капитан, предлагаю все-таки так или иначе сходить в инженерный отсек. Во-первых, да. Во-вторых, у нас машина до сих пор не грузит, ё-моё. То есть, что делать? У нас есть он рукопашник, обвешать его гранатами. У меня есть, я пожертвую, как бы, и туда его. Тулок пускай прикрывает. Я не боец, я сразу же все. Саня, сколько осталось, если вот эту сферу там анализировать? Сейчас, если запустить опять анализ. Ну, он будет идти, он долго будет. Да, он будет долго идти.